традиционной первомайской эстафете на призы газеты «Рабочий край» в этом году будут впервые задействованы волонтеры. Помощь основным организаторам легкоатлетического пробега предложили члены молодежного совета по спорту и участники команды 2018 Иваново. В городском комитете по физической культуре и спорту инициативу поддержали. В день проведения забегов добровольцы окажут посильную помощь в проведении масштабного спортивного мероприятия. Будут выстраивать атлетов на старте, помогать в судействе на финише и подбадривать участников забегов на этапах. По планам волонтеров расставят на всех этапах эстафеты. И они будут не только помогать в организации этого большого спортивного праздника, но и создавать его настроение. Хорошим примером послужила проведенная в октябре эстафета Олимпийского огня в Иванове. Тогда волонтеры действительно создавали ощущение праздника